Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, домашний учитель, и это у нас четвертый урок по эмкреатору. Значит, если у меня будет что-то не так с голосом, или я буду кашлять, это у меня, я заболел немножечко, так что окей. И сегодня мы создадим с вами, броню и растение. Сейчас хочу первым делом создать один итем. Я уже подготовил текстуры. Сейчас я загружу текстуры одни. Текстурку. Рабочий стол. Где это? Вот оно. Это то, что мне надо. 32. Вот. Я нарисовал такой вот типа самоцвет, чтобы у нас это было как... Я создал, чтобы у нас такой кристалл был, и из этого мы сделали броню. Сейчас я это подпишу. Как это? Гем. Вот так как-нибудь. Теперь закроем workspace, отниму element item. Ну, я сейчас создам этот item. Хотя, давайте попробуем с вами еще раз создать этот item. Гем. Окей, нет, я, пожалуй, когда сделаю item, тогда вернусь. Окей, я создал item, вот этот гем, я его написал. Ну, там вообще в Майнкрафте будет написано rainbow гем, потому что я так подписал. Так, окей, tools, что нам надо? Сейчас первым делом мы создадим броню. И сейчас create armor текстур. Я просто свои текстуры, я тоже и свои текстуры могу нарисовать, но мне как-то лень. Так что тут можно выбрать какое. Chainmail это как... как его? Как этот... Блин. Кольчужная броня. Вот это лезер, это как... Ну, понятно, в общем-то. Кожаная броня. Стандарт это обычная такая броня. Сейчас сделаю обычную такую вот броню. Красную, например. Не знаю, почему красную. Давайте, может, какую-нибудь голубенькую. Или какую? Давайте зелененькую, что ли. Ну, окей. Use this armor. Напишем ее Rainbow Armor. Не знаю, почему Rainbow, но... Она будет из Rainbow Game сделана. Так, ладно, окей. Теперь жмякаем на Armor. Name of the element. Armor. Rainbow Armor. Все. Окей. Теперь сейчас Helmet. Это вот она будет. Body. Это вот это вот будет. Leggings. Это вот это. Boots. Вот это. Кстати, еще можно, то есть, выбирать... разную броню, разный цвет, и так было бы прикольней. Но я просто так, чтобы... Так. Да. Name of Armor. Rainbow. Тут надо писать не Rainbow Armor, то есть, а просто Rainbow, как она будет называться. Например, Iron, Green или что-то такое. Потому что она будет... Если мы напишем еще и Armor, тогда она будет Rainbow Armor Body в Майнкрафте. Тут Rainbow просто Body. Name of Texture File. Вот мы выбираем текстуру. И Maximum Damage the Thermos. Это какой максимальный дамаг она может принять на себя. Ну, давайте, может... Ну, давайте 24. Дамаг, сколько будет, защищать от дамага? Шлем 4, тоже 4, это 8, а это 10. Ну, я так просто. Энчант летит, оно насколько можно зачаровать, ну, это понятно. Next. Тут надо выкладывать крафт. Крафт выкладывать это долго и муторно, так что я выложу крафт и вернусь. Пам. Я так подумал и понял, мы же вроде никогда крафта не вылаживали. А, нет, вылаживали. В общем-то, вот как это делается, если кто не помнит. Вот, нажимаем на любую ячейку, потом мод, вот сюда, и вот наш этот. Что ж еще надо сделать? Это долгий, конечно, процесс, муторный, но... Да, это, по крайней мере, получше, чем писать это все через код. Так что сейчас мы по-быстрому все это доделаем. Я, пожалуй, когда доделаю, вернусь. А, еще вот когда мы доделали два этих, многие люди просто нажимают next и думают, что там дальше будет. А тут надо пролистать вниз, в общем-то. Да. Ладно, я выложу крафт и вернусь. Там. В общем-то, вот я и выложил крафт. Вот у меня все эти самоцветы. Вот они все. Так, нажимаю next. И, в общем-то, наша броня создалась. Так, дальше я и сейчас будем создавать plant, растение. Я подготовился до начала то есть, как снимать. И сделал тоже текстурку растения. У меня на рабочем столе. Вот я plant подписал. Вот она будет 32. Вот такое вот у меня растение.
Правда, немножечко, ну, так себе. Я просто, ну, не очень сильно заморачивался насчет текстур, так, чтобы просто такая фигня была. Так, окей, теперь сейв, это будет блок. Подписываем палант. Гениально. Да какой палант? Blend. Вот. Хорошо, время нажимаю. Так, теперь workspace. Это new mode элемент. И выбираем blend. Name за элемент. Blend 1, например. Так. Тут у нас будет, это будет как обычное, no special parameters, а это, ну, вот такое, ну, обычное, ну, не то, что обычное, это можно свое создать, тут можно выбрать height, высоту, все, где она будет исполняться. Ну, понятно. Я выберу статический, и вот выбираем нашу текстуру. Вот такая у нас будет растение. Так, нажимаем next. Name in GUI. Это давайте gem blend, что ли. Hardness 0.01, да, resistance, sound and step grass. Вообще-то hardness это прочность его. Ну, понятно. Resistance это... Это тоже как прочность, только, ну, в общем-то, резистанс вообще не надо менять. Я забыл, что это такое. Люминанс, это будет ли он светиться. Давайте поставим, чтобы он светился, например, ну, там, 4. И сам брикабл. Это будет ли он ломаться, ну, точнее, если мы нажмем, то он не будет ломаться. Если, ну, в общем-то, не будем нажимать, то оно будет ломаться. Так. Все. Так, я не понимаю, что это нет. Ну да ладно, давайте сейчас. Ну, 4 и. 4 и 0. Что-то оно. Вот. Все. Так. Че моё? Ну ладно. Сейчас вот так докликаем до одного. В общем-то, я немножечко тупой. Тут можно максимум поставить 1 или 0. 1 будет светиться, 0 не будет светиться. Я понял, просто немножечко дебил. Так что не обращайте внимания. Фрэнкси, он за чанк. Как часто будет попадаться в чанке? Нет, то есть сколько будет в чанке? Давайте, например, в общем-то будет, ну, 5 в чанке. Drop amount 1, и будет, что он выпадать. Вот, если жмякаем сюда, он будет выпадать, и нажимаем сюда, и будет выпадать у нас вот такой гем, из которого можно потом сделать броню. Drop amount, сколько будет выпадать? 1. Как часто будет спавниться, ну, давайте, 20 это rare, 50 это часто, 0 это никогда. Ну, 10, да. Нет, давайте где-то 20. Вот так. Окей, next. Ну, это можно самому все настроить. Сейчас оно загрузится, и я к вам вернусь. В общем-то, вот и запустился наш Майнкрафт. Сейчас вот я запущу мир. Ой, это я тут немножечко химичил. И вот еще там какой-то создавал. И вот у меня от него мир остался. Сейчас мы подождем, пока мир загрузится, прогенерируется все. Вот тут у нас все прогенерировалось, все разогрузилось. Что-то лагает. Ну, а нет, не лагает. Сейчас посмотрим. Вот наше все. Greencraft, вот Rainbow Gem. Все у нас есть. Блин. Вот растения спавнятся. Из них ничего не выпадает, потому что я в гейм-моде один. А нам надо... 0, и оно будет выпадать. Все выпадает по одному, как надо. Ходишь такой себе, собираешь на броню гемов. Ну, конечно, прикольно. Геймут один. Теперь попробуем скрафтить нашу броню. Крафтится она или нет вообще? Ну, вообще должна крафтиться. Сейчас попробуем. Скрафтим, например, себе вот item rainbow. А почему она вот так написала? Я не знаю, это какой-то баг, походу, произошел. Не знаю, почему так написала. Armor Head и там Rainbow Armor Leggings. Непонятно, в общем-то. Это, наверное, не знаю, почему. Я потом посмотрю в следующей серии, что это такое. Ну, а сейчас всем спасибо за просмотр. С вами был
Кто? Правильно, домашний учитель. Ну, в общем-то, встретимся с вами в следующей серии. В следующей серии, может, уже мама будем создавать, я не знаю. Посмотрим. Ладно, всем удачи, всем пока.